«Мама.про» – это площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сферы здравоохранения, социальной защиты и образования. Старт проекту был дан в 2017 году. В его рамках организаторы проводят мероприятия разной направленности. Конгрессы во всех регионах Беларуси, дни открытых дверей в роддомах, тематические мастер-классы от профессионалов. Если мы говорим о целях нашего мероприятия, то у него очень масштабные цели. Это и улучшение коммуникации между врачом и пациентом, чтобы мы научились слышать и слушать друг друга в неформальной, такой достаточно приятной субботней обстановке. Это повышение грамотности будущих родителей, состоявшихся родителей, потому что информация меняется. Вчера и сегодня это уже два разных абсолютно дня, потом мы стараемся шагать в ногу со временем, постоянно доносить до родителей новую и новую информацию. И так как информации никогда не бывает много, форматы должны добавляться. Не только в кабинете у врача, там все здорово организовано, но нужно еще что-то. И вот это что-то появилось Республиканский конгресс «Мама.про» и появился проект «День открытых дверей родильного дома», куда мы завтра и отправимся. Недостатка информации сегодня нет, а потому нередко молодые родители советуются не с врачом, а с единомышленниками на форумах. И это становится проблемой, уверены специалисты. К сожалению, мы в последнее время видим двояко подаваемую информацию в средствах массовой информации. С одной стороны, есть официальные сайты Министерства здравоохранения, различных клиник, различных общественных организаций. Но часто общественных организаций подают ту информацию, которая действительно так и есть, сугубо медицинского назначения. Есть другие общественные организации, которые в каких-то, наверное, своих целях пропагандируют, ну, например, роды на дому, что не есть хорошо. Потому что роды, я вам хочу сказать, как акушер-гинеколог, процесс, который прогнозировать невозможно. Планирование беременности, материнства и детства, осознанное родительство, воспитание и образование детей, укрепление здоровья семьи, социальные гарантии и многое другое оказалось в центре внимания участников конгресса. На протяжении всего дня специалисты были готовы ответить на волнующие вопросы. Будущим и настоящим мамам такая форма взаимодействия пришлась по душе. Я узнала об этом мероприятии в женской консультации. Там раздавали как бы информацию о том, что будет приезд минских каких-то либо врачей, ну как бы, то есть гинекологов так, и так далее. Да, учитывая, что я первородка, мне сказали, что надо посетить обязательно. И я, если честно, ну, в восторге, потому что я не думала, что я получу столько информации. Меня интересует общая информация. Это мой второй ребеночек. Вот. Первому ребенку 5,5 лет, поэтому надо уже освежить знания. Брещина – второй регион страны, куда приехал проект «Мама.про». До этого специалисты побывали на Могилевщине, а старт всему был дан в столице. К слову, именно в Минске осенью 2018-го состоится большое подведение итогов. После того, как с просветительским визитом организаторы посетят все области Беларуси.